Здравствуйте, вы смотрите программу «Простые вопросы» в студии Людмила Кусерова. И сегодня мы поговорим о цифровом будущем у нас дома. Мультимедийные технологии захватывают мир. Рынок услуг стремительно меняется, ориентируясь на запросы потребителей. Компьютерные игры, 3D-принтеры, интеллектуальные системы. Без этого всего уже невозможно представить нашу жизнь. Но мультимедиа – это не только развлечение, но и удобство и функциональность. Одна из эффективных разработок – интерактивное телевидение. Видение Wink от Ростелекома. Wink – это цифровой видеосервис, который активно развивается и завоевывает аудиторию, предлагая пользователям уникальный контент и эксклюзивные подписки. Подробнее об этой услуге и ее возможностях сегодня мы узнаем у заместителя директора филиала ПАО Ростелеком в Мордовии и директора по работе с массовым сегментом Евгении Коротковой. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, Людмила. Чем же обычное, привычное для телезрителя телевидение отличается от интерактивного Wink? Обычное эфирное телевидение включает в себя всего 20 каналов. В видеосервисе Wink их более 300. Кроме того, Wink включает в себя более 60 тысяч фильмов, документальный контент, блогинг и даже 8 радиостанций для тех, кто любит слушать, а не смотреть. А вообще, на самом деле, преимуществ масса, и я надеюсь, что сегодня мы в диалоге хотя бы расскажем для наших зрителей хотя бы о части из них. Для меня главное в видеосервисе Wink – это удобство. Активировав подписку один раз, установив ее на все необходимые устройства, вы и ваши домочадцы можете смотреть совершенно разный контент. Например, да, выходные, я смотрю на ноутбуке свои любимые турецкие сериалы, супруг просматривает кассовые боевики либо детективы, а у ребенка на планшет скачан образовательный контент, и, собственно говоря, все довольны и все заняты. Значит, видеосервис Wink от Ростелекома можно смотреть, когда захочется, еще и управлять им? Совершенно точно. Телевидение Wink – это настоящее телевидение 21 века. Ведь сейчас в современном мире что является главной ценностью? Это время. А именно наш видеосервис, он помогает это время экономить и, собственно говоря, сдвигать. Вы можете начать смотреть любимый сериал там дома, да, продолжить где-то в общественном транспорте. Евгения, расскажите подробнее, пожалуйста, про данную опцию видеосервиса. Сервис позволяет зрителям управлять телевизионной трансляцией, когда можно пропустить рекламные блоки, перемотать на начало передачи. Например, мы посмотрим сейчас, поставить на паузу. К вам пришли гости, курьер принес доставку продуктов, да, звонили в домофон, поставили на паузу, пришли, продолжили просмотр. Кроме того, можно фильмы записывать, можно сохранять себе в офлайн, продолжать просматривать, перематывать на начало передачи, когда вы бежали с работы, опаздывали на просмотр любимой передачи, пришли середина. Все просто. Несколько секунд, и вы просматриваете передачу с самого начала. Вы сказали, что интерактивное телевидение Wink можно смотреть, где пожелаешь. Совершенно верно. Ведь Wink – это мультимедийная платформа, которая сочетает в себе лучшие качества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. Просматривать Wink можно с любых устройств. Главное условие, чтобы был интернет. Wi-Fi, мобильный, спутниковый, проводной. Кроме того, доступно телевидение не только на телевизорах, на обычных, но также на телевизорах с функцией Smart TV, смартфонах, планшетах, ноутбуках, компьютерах. То есть достаточно широкий спектр устройств, которых можете вы просматривать. Евгения, сколько абонентов в Мордовии пользуются Wink? На данный момент в республике пользователями сервиса Wink являются больше 39 тысяч клиентов. И что хочу отметить, в последнее время наибольшей популярностью пользуются онлайн-кинотеатры и подключение Wink именно на Smart TV. Более 50% новых пользователей выбирают беспроводное решение.
Какие еще возможности предоставляет видеосервис Wink? Я уже сказала, что Wink – это ТВ-каналы, это кино, фильмы, сериалы. Но кроме того, кроме этого, вы можете воспользоваться сервисом аудиокниги. Вы и ваши дети можете просматривать видеоблоги. Кроме того, для любителей караоке также можно воспользоваться этой функцией. И самое интересное то, что видеосервис Wink на основании ваших предпочтений персонально для вас создает рекомендации. Следовательно, вы можете не тратить время на поиск фильмов интересного вам жанра, а спуститься чуть ниже в меню и посмотреть персонально для вас и выбрать интересный фильм. То есть даже если когда нет доступа в интернет, это тоже можно сделать? Да, однозначно. Если доступа нет в интернет, вы собираетесь в командировку, лететь в самолете, вы можете скачать фильм, закачать на свое устройство, на ноутбук, и спокойно время перелета, поездки в поезде, наслаждаться тем контентом, который вам интересен. Как технологически развивается платформа Wink и какие сервисы появились впервые? Wink постоянно развивается. Проведены работы по увеличению мощностей и по улучшению информационной безопасности. Изменен интерфейс. Он улучшен и упрощен для клиента. Кроме того, в первом полугодии 2023 года заключено партнерское соглашение с марками телевизоров с опцией Smart. Теперь приложение Wink предустановлено в телевизорах с маркой Hisense и Toshiba. Кроме того, запущен новый сервис за кадром, который создан с помощью компьютерных технологий. Теперь, просматривая фильм, вы можете посмотреть в режиме онлайн интересную информацию про актеров, про локации, про интерьер, про одежду, если это какой-то исторический фильм. На самом деле это очень интересный сервис. Кроме того, сервис Wink продолжает интеграцию с Ростелекомом. Например, пользователи домашнего интернета теперь могут за бонусные баллы приобрести фильм и любой контент. Вот поподробнее расскажите, пожалуйста, как можно это реализовать. Для конвертации баллов в кино клиентам Wink в личном кабинете видеосервиса мы можем зайти в раздел «Мое». Вот видите, здесь внизу указаны бонусные программы. И подключаете Ростелеком бонус. Достаточно подключить, ввести номер телефона, в который подключена ваша бонусная программа. Вам придет смс, активируйте и вуаля, пользуйтесь. В общем, все достаточно просто. А как же вообще подключить видеосервис Wink? Для тех, кто пользуется обычными телевизорами, необходимо приобрести приставку. Если ваш телевизор поддерживает опцию Smart TV, вы можете скачать и установить приложение. А аналогичная история со смартфонами, с планшетами. Также вы можете зайти на сайт wink.rt.ru, на нем просматривать. А сейчас наибольшей популярностью начинает пользоваться ТВ-приставка Wink Plus. Ну и чем же она отличается от обычной приставки? ТВ-приставка Wink Plus удобна для тех, кто хочет всегда оставаться своим контентом, уезжая в командировки, в отпуск, на дачу. Вы берете эту ТВ-приставку с собой и смотрите контент везде. Еще мне очень нравится история, когда едешь в командировку, либо в отпуск, заселяешься в гостиницу, в отель, а там 10 каналов, которые показывают с трудом, а Wi-Fi есть. Подключил приставочку и наслаждаешься тем контентом, который тебе нравится. Какую подписку вы посоветуете оформить своим абонентам? Сейчас мы предлагаем уникальное лимитированное предложение. Подписка Wink 5 в одном. Это более 55 тысяч фильмов, более 170 каналов. Данная подписка включает в себя фильмы популярных онлайн-кинотеатров. Это Wink, Море ТВ, Старт, Амедиатека, Вижу Плюс. И сколько стоит эта подписка? Первые две недели всего за 1 рубль, далее 399 рублей в месяц. И данным уникальным предложением могут воспользоваться наши клиенты до 3 сентября.
В 2023 году видеосервис Wink не менее чем в два раза увеличил выпуск оригинальных проектов. Скажите, какие среди зрителей самые популярные? За первую половину года в линейке Wink Originals вышло достаточно много популярных фильмов и сериалов, которые завоевали любовь зрителей. Это сериал «Фишер», «Актрисы», «Балет», «Операция Неман», «Ухожу красиво» и многие другие. А также два документальных проекта – это «Поуехавшие рестораны Москвы». Пользуются, как я сказала, они уже большой популярностью. Количество уникальных клиентов, которые просмотрели этот контент, более 4,5 миллионов зрителей. До конца года планируется еще 10 премьер Wink Originals, поэтому ждите, будем смотреть вместе. Откройте хотя бы секрет, какие премьеры ждут нас осенью? У нас большие надежды на осенние премьеры. Это сериалы Жора Крыжовникова «Слово пацана». Я, если что, я один пойду. Кто со мной, тот со мной. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Восьмисерийная драма рассказывает о переломном периоде в жизни страны. История разворачивается в конце 80-х и напоминает нескольким поколениям зрителей о временах их детства и юности. Жить по-старому уже невозможно, а как жить по-новому никто еще не знал. Через что пришлось пройти людям, прежде чем страна вышла из кризиса. Сериалы Сергея Жукова «Плакса». Все в жизни можно пережить. Надо только подобрать правильную песню. Девочка, плакса, рифмасы на душ. Слезы на щеках, но ты не поймешь. По сюжету главная героиня, школьница Маша, вместе с родителями вынуждена переехать из Москвы в Новоморск. В новой школе она становится жертвой буллинга, изощренного психологического и физического преследования со стороны одноклассниц. Справляться с проблемами и слезами героине помогает только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками. Документальный сериал об ММА «Большая битва». Конечно, мы понимаем, то, что это может быть просто крайний бой. Все осознаем, но кто-то же должен это делать. Зрители впервые смогут попасть в закулисье самого закрытого спорта в мире. История легендарных тренеров и школ, как растили будущих чемпионов, обратная сторона боев, что скрывают менеджеры и промоушены, и какой ценой бойцы получают свое признание. Вместе с ведущими бойцами ММА создатели пытаются понять, что заставляет этих людей каждый раз преодолевать себя и выходить в клетку. А уже 1 сентября на Wink можно посмотреть полнометражный фильм «Вызов». И, кстати, мы не только создаем контент, но и интересуемся мнением наших клиентов о тех сервисах, с которыми мы работаем, которые мы предоставляем. Встреча с нашими клиентами в Саранске пройдет уже в сентябре. Ну и, наверное, последний вопрос. Где можно узнать подробную информацию о видеосервисе Wink? Информацию о сервисе, об услугах и абонентском оборудовании Ростелеком можно узнать на сайте www.rt.ru либо по номеру 8 800 1800. Подключить услугу можно при наличии технической возможности. Спасибо за интересную беседу, а я напоминаю, что в студии вместе с нами была заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Мордовии и директор по работе с массовым сегментом Евгения Короткова. А вы не переключайтесь, оставайтесь с нами. Смотрите контент 5 онлайн-кинотеатров в одной подписке Wink за 1 рубль. Wink от «Ростелекома».